Всем привет, друзья! Несмотря на то, что сейчас появляется огромное количество проектов, которые предлагают якобы прорывные технологии в сфере блокчейна, многие проблемы до сих пор не решены. Это и высокие комиссии в сетях, слабая масштабируемость, недостаточная безопасность и так далее. И клиенты, и разработчики ищут платформы, где им могут предложить низкие комиссии, достаточную масштабируемость и, конечно же, высокую скорость транзакций. И как раз это все реализует блокчейн-платформа QChain. Что же он из себя представляет? Если посмотреть презентацию разработчиков, то становится понятно, что QChain – это полноценная блокчейн-платформа, которая способна работать как в режиме частного, так и в режиме публичного доступа для государственных, коммерческих и частных видов деятельности. Возможности смарт-контрактов позволяют создавать не одномерную цепочку блоков, а четырехмерную. На практике это позволяет заключить сделку сразу между несколькими участниками, а именно до 10 сделок, что значительно расширяет сферу применения данной сети. Фактически это блокчейн-сеть нового поколения, где вы можете проводить транзакции с самой низкой комиссией, что есть сейчас на рынке, в самой экосистеме и на площадках своих партнеров. В ней используется уникальный протокол, на основе которого лежит TSP-IP, а виртуальный канал связи с каждой нодой образуется поверх сети. В этом виртуальном канале передается только информация экосистемы, что в несколько раз увеличивает скорость передачи данных. Крутая фишка платформы в том, что она позволяет пользователям подтверждать транзакции в других криптовалютных сетях, таких как, например, Bitcoin, Ethereum, Litecoin или Doge. Несмотря на то, что скорость транзакций в сети может быть невысокой, например, как у биткоина, подтверждение клиенты получают мгновенно и сразу могут пользоваться своими активами, даже если он фактически еще не дошел до него. Чтобы обойти конкурентов, команда реализовала свой сервис для быстрых платежей. И благодаря высокой пропускной способности сети, все операции с токенами и фиатными деньгами происходят максимально быстро. На базе блокчейна также реализована независимая децентрализованная биржа QDEX. Можете покупать, продавать, а также обмениваться популярными криптовалютами. При этом комиссия за операции будет минимальной, всего 1%. Также можно проводить операции с активами. Создатели гарантируют, что операция обмена проводится за секунды, а защита данных одна из лучших. Децентрализованные контракты можно проводить напрямую, без посредников. Платформа предлагает пользователям собственную торговую площадку QChain Pulse. И если вы продаете товары или оказываете услуги, вы можете зарегистрироваться, предлагать свой товар или услугу другим пользователям системы. В качестве валюты здесь выступает токен QDT. А если вы хотите запустить свой стартап, то вам предлагается специальный конструктор. Теперь, чтобы создавать собственный токен и привлечь инвестиции извне, не нужно никаких дополнительных вложений и сложных технических разработок. И если вам хочется отдохнуть, то вы можете поиграть в азартные игры. В данный момент реализованы лотереи и казино. Можно делать разовые или регулярные ставки. Благодаря реализованному здесь алгоритму можно зарабатывать довольно неплохую сумму, сделав даже небольшую ставку в токенах. И как же на данной платформе можно зарабатывать? Возможностей масса. Сейчас есть три варианта. Как можно зарабатывать? Это стейкинг. Фиксируя более 100 тысяч токенов для поддержания работы сети, вы получаете дивиденды в размере 50% от всех транзакций сети. Можно получать доход от роста стоимости токена. При росте сети и после сеансов сжигания стоимость токенов увеличивается, обеспечивая прибыль. Даже можно сдавать в аренду неиспользуемые места на диске. Пользователь, который сдает другим свои неиспользованные мегабайты на жестком диске, получает до 30% от стоимости данной услуги. Пользователи получают небольшой процент от прибыли с операций с обернутыми токенами на бирже за участие в пуле ликвидности. И еще можно получить дополнительный доход от использования индекса QTI. Понятно, что экосистема не может работать без токенов, и в ней создано два. В системе работает динамический и стабильный токен. Токен QST – это стейблкоин, предназначен для быстрых и безопасных взаиморасчетов между участниками сети. Стоимость токена привязана к доллару. Он объединяет в себе возможности цифровой валюты и стабильность фиатных денег. Токен QDT предназначен для привлечения дополнительной ликвидности в экосистему с возможностью получения дивидендов и дополнительных преимуществ на платформе партнеров. Также QDT выступает в роли внутренней валюты, например, для выплат дивидендов, ставок и выигрых.
транзакции с токенами в рамках экосистемы блокчейна, а также транзакции с партнерами происходят с минимальной комиссией. При этом теоретическая скорость проведения транзакций составляет до 1 миллиона транзакций за секунду. Планов у команды много. Они запустят сервис для отслеживания текущей ситуации на крипторынке, криптокошелек с браузерным интерфейсом, игру XGameChain, а в следующем году внедрят новейшую систему доходности модели и инвестиций, проведут листинг токена QDD на мировых биржах и хакатон QChain. Вот такой крутой проект представила команда. Масса возможностей для разработки своих платформ, получения дохода от токенов и стейкинга. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить данный проект, то специально для вас, мои любознательные друзья, все ссылки оставлю в описании под этим видео. Также оставляйте свои мнения по этому проекту в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием прочту все ваши мнения и буду рада любому общению. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!